Если несколько лет назад на бюджетные смартфоны было невозможно смотреть без боли, то теперь все по-другому. Производители научились делать очень хорошие модели, которые еще и позволяют экономить на мобильной связи и мобильном интернете. Именно таков Lenovo S720 – красивый, удобный, недорогой, функциональный и при этом поддерживающий работу с двумя сим-картами. Дизайн аппарата весьма удачен. Корпус сделан из качественного матового пластика с окантовкой, стилизованной под металл. Она, кстати, тоже матовая. В итоге Lenovo S720 отлично лежит в руке и практически не пачкается после длительного использования. На верхней части фронтальной панели расположены динамик и камера для видеозвонков. Снизу три классические сенсорные кнопки, которые есть в каждом смартфоне под управлением операционной системы Android. На верхнем торце находится кнопка включения аппарата и аудиовыход для наушников. На левом качелька регулировки громкости, справа отдельная и достаточно редкая кнопка для фотосъемки. Снизу порт microUSB, который используется для зарядки смартфона и загрузки данных. Lenovo S720 выпускается сразу в трех цветах. Темно-серым, белым и ярко-розовым. Третий явно женский вариант. Смотрится очень эффектно и наверняка не уступает в популярности своим более спокойным собратьям. Экран здесь лучше, чем у большинства конкурентов в аналогичном ценовом сегменте. Разрешение составляет не классические 480 на 800 точек, а увеличенные 540 на 960. При этом в основе его лежит хорошая IPS-матрица, которая выдает правильные цвета и обладает широкими углами обзора. Работает S720 под управлением операционной системы Android 4.0 с собственной оболочкой Lenovo Magic. Надо отметить, что у разработчиков получилось сделать по-настоящему удачную и визуально приятную настройку. За производительность отвечает двухъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1 ГГц и графический ускоритель PowerVR SGX531. Кроме того, есть 512 МБ оперативной памяти, 2 ГБ для хранения данных и слот для карт памяти microSD объемом до 32 ГБ. В итоге смартфон без затруднений справляется со всеми основными задачами – выходом в интернет, запуском мобильных игр и даже воспроизведением неконвертированного Full HD видео. Еще одна важная фишка устройства, которая поможет сэкономить на связи – это сдвоенный слот для сим-карт. Один из разъемов поддерживает работу в сетях 2G, а второй – в 3G. В итоге одну карточку можно использовать для звонков, а другую – для выхода в интернет. Обычно именно такой сценарий применяется во время путешествий. Lenovo S720 – это очень удачный и недорогой смартфон, который, к тому же, поможет сократить расходы на мобильную связь. Здесь используется стабильная и давно зарекомендовавшая себя операционная система Android 4.0 с качественной фирменной оболочкой, ну а железной мощи девайса хватает для решения практически всех возможных задач. Это и многое другое в интернет-магазине «Связной».